представьтесь. Я вообще знал. Вы не представились. Пытаюсь вам удостоверение показать. Ну да, и можно ли заснять удостоверение? Да. Номер значка? Пожалуйста. Ну, я снимать не буду ваше удостоверение. Почему снимаю, почему нет? Ну, скажи вслух просто. Для этого. А, значок? Дежурный участок, лейтенант полиции. Входит в отдел полиции. Немцы, но лейтенант. Номер значка можно? Да, конечно. 007-242. Что, кому какие претензии? Поступил вызов, что вызов РДС или газета. Да. По указанию замначальника входит в отдел полиции. Фамилию кто вам дал такой? Можно я погромче? Кафханов Андрей Викторович. Сказал, что я поставил на кафе. Андрей Викторович считает, что я нарушаю закон. Так точно. Привет, проект отдел для дальнейшего. А чем он нарушает? Чем я нарушаю закон? А именно. Возьмите газету. Уважаемый разработчик. Да. А именно. Дайте объяснение подробное. Кто и как. По поводу чего объяснение? По поводу чего? Какое, что я нарушаю? Нет, товарищ лейтенант, что я нарушаю? Я не нарушаю, я не навязываю никому. Нет, я должен дать объяснение по поводу чего. Товарищ лейтенант. В данный момент отказывается проект? Что значит отказывается? Я спрашиваю, почему я должен? Вы чего? То есть вы законотребуемый проект полиции не выполняете? Нет, я хочу понять, почему я должен. Вы не выполняете законотребуемый? Нет, ему милиция подходила, ничего не сделала. Я поясню. Нет, вы не пояснили пока ничего. Чем вы отличаетесь от полиции? Нет, чем вы отличаетесь? Нет, товарищ Динаш, вы не аргументируете, вот а чего? Вы подошли, поговорили, а почему его такой? Он хочет забрать его. Вот скажите, зачем забирать? У нас же свобода слова. Я не пустил. Господи, бедный мой друг. Помогите ему, его сейчас хотят забрать. Вот мы, Софин Алексей Фрунзович, городская газета «Химк». Я являюсь корреспондентом этой газеты, я ее раздаю. Чем и что я нарушаю? Куда вы хотите меня отвезти? И говорите, что я сопротивляюсь задержанию. Задержанию за что? У нас можно людей просто брать, но за что задерживать? Я понял. Давай разговариваем. Вот качественный проект? Нет, ну что значит? Вам представлю? Да. Давайте, 5 минут на ваше время, я сейчас вас здесь прямо... Давайте, не вопрос. Вот здесь на месте. Ну вы как молодой человек, не хорошо.